сейчас выступит автор. У него книга в нашем альманахе. Он, у него интересная профессия, очень сложная и романтическая, связана с исследованием космоса. Он работает в Байконуре. Вячеслав Своров. Из цикла «Космодром», «Байконур». Здесь вот книжечка еще в истоках тоже, она называется «Вечный путь». Ну и ее тоже несколько стихотворений прочитал, если не подробно. Станция Тюратам, площадка первая есть. Гагарин первым с нее взлетал. Я ошеломила весть. Мы в свой черед прилетели сюда. И мотовоз не подвел. Осталось пешочком с полчаса до места, откуда Р-7 повел тонны ракетной мечты. Сияй, сияй, звезд океан, мы будем с тобою на «ты». Байконур. Байконур — степная полоса. Пески, трава, пески. Жара пеленает глаза. Радары, как маяки. Пыльный цвет доминирует здесь. Даже мачты антенн пыли. Сотни спутников из небес ловят эти уши земли. А по рельсовым, по путям приказу на старт верны. Тянутся грузы и тут, и там, для крыльев моей страны. Мне пишут письма в степь, сынок и дочка, на им понятном детском языке. Вот домик, вот каракули цветочки, а вот парит ракета на листе. Я далеко, но греет мне дыхание остуженное лето давних дней, когда, как они, взмахнув руками, летал я в небе просто, как во сне. А здесь давно уже цветет веснище, но рвется сердце к вам, родные мне. Дочурка, сын, и я пишу вам письма на вам понятном детском.